Костя, ты же артист. А артист должен лицо беречь. Это очень хорошо. Что? Что я тебя не ударил. Вот почему ты не показал? Что? Документы. Здравствуйте, Валерий Петрович. Лер, я сейчас тебе все объясню. Я прихожу к тебе, а тут, ну, ты сама видишь. Честное слово, я совершенно не виноват, Лер. Ой. Лер, я сейчас тебе все объясню. Ты понимаешь, ты ух только... ты. А вы второе место заняли, Валерия Петровна. А могли бы первое. Вы вообще талантливо фотки и картинки фотографировать. Подъема. Ну так. Обиделась. А то. Костя. Леха. Так, давай. Я домой. Давай. Кабан какой тяжелый. Ой, нога. Японский городовой. Нога. Валерий Петрович, вы не волнуйтесь, я стенку восстанавливаю, все в лучшем виде будет. Я уже поняла. Лер. Лер, я, короче, подумал тут. Взвесил все и принял решение. Лер, нам надо жить вместе. В общем, я переезжаю к тебе. Ты мне что, предложение сейчас делаешь? В какой-то степени, да. Что там у нее случилось? У кого? У твоей мамы. У нее кто-то появился? Как давно? И как всегда, с серьезными намерениями. Какое мне дело до его намерений? Что мне до этого? При чем тут это все? Знаешь, Костя, ты от мамы никуда не уйдешь. Она тебе этого не позволит. Да и сам ты этого не хочешь. Все. Забыли. Как фейерверки? Никак. Ладно, Костя, ложись спать. Какая-то черная полоса. С мамой поссорился. Жить негде. Премьера срывается. Полгода работы коту под хвост. Почему срывается? Не знаю. Есть серьезные претензии к моему костюму. Костюму главного героя. Лерка,
Мне пару ночей перекантоваться. Я рано утром уйду. Алло? Oui. C'est moi. Старшинская. Je reçu. Votre lettre, je l'ai reçu. Très bien. Je viens. Je viens absolument. Merci. Au revoir. У меня только-только начала налаживаться личная жизнь. Кое-как склеился бизнес. Как опять из-за тебя начинаются проблемы. Ну что я еще натворила? Только что позвонили с твоего банка. Мне угрожали. Сказали, что если я не заплачу, то они придут в мое агентство. Прямо сейчас. Ты что, смерти моей хочешь, да? Так, прекрати истерику. У них работа такая, пугать и грозиться. Проценты собирать, мир спасать от катастрофы. Плевать, я хотела на весь мир. Мне мои проблемы решать надо. Да реши мы твои проблемы. А это не мои проблемы, Лерочка. Это твои проблемы. И я тебя в последний раз предупреждаю, понятно? Ира! Что Ира? Это у тебя все просто. Потому что у тебя нет ничего. А ты думаешь, мне легко? А ты думаешь, я не хочу гулять по парку и писать стихи? Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца! У вас все в порядке? Валерия Петровна! Мужик! Успокойся, это сосед Алексей Иванович. Здравствуйте. Здрасте. Алексей Иванович, очень приятно. Ирина. Алексей Иванович. Подруга. Как хорошо, что такой мужчина, такой богатырь рядом. А Лерочка наша очень хорошая и очень одинокая. Правда, она в Париж скоро уезжает. А вы где работаете, если не секрет? Я в райотделе. Алексей Иванович, что вы хотели? Я от работы освободился, готов приступить заделывать стену. Надо еще обои купить. Хорошо. Только обои мне нужно самой выбрать. Как скажете. Вы из Министерства торговли? Можно и так сказать. Проходите, быстрее, вас давно ждут. Здравствуйте. То, что я хочу вам предложить, украсит любой праздник. Превратит простые будни, развлечения и радость. У нас есть изделие «Фонтан». При его применении получается композиция «Танцующие бабочки». Валерка? Подлива. Давно меня так никто
не называл. Здравствуй, Артур. Прости, не узнала. Богатым будешь. Ты смотри, даже имя мое помнишь. А в институте меня никто по имени не называл. Подлива да подлива. Только теперь я не подлива. А подливайка Артур Николаевич. Председатель совета директоров. Член экспертного совета. Кандидат наук. Что? Изменился? Немного. А ты что, вот так вот просто торгуешь? Приходишь в учреждение и предлагаешь? Да? Да нет. Это я так просто. Случилось так. А вообще я в Париж. Во Францию собираюсь. Париж. Франция. Изделие фонтан. Композиция танцующие бабочки. Достойный товар. Достойная работа. И на курсе ты была у нас лучше всех. И компания у вас была. Элитная. Мир хотели перевернуть. Гении. А подливу не замечали. Даже говорить брезговали. Ну и где ты теперь? А где я? Все на своих местах. Слушай, а как тебе вообще сюда пропустили ко мне, а? Как ты прорвалась? Перепутали с кем-то. А, перепутали. Прощай, подлива. А секретаршу я уволю. Сташинская слушает. Лер? Ну что случилось? Угадай, где я сейчас? В свадебном салоне. Мне Барсик сделал предложение. Пам. Парам. Сейчас выбираем платье. Парам. Угу. Пардон. Представляешь, здесь все авторское. А остальное тоже очень дорого. А знаешь, какой Барсик смешной? Он стихами заговорил. Богиня. Потом позвоню. Королева. А? Любить-то королеву. Красть. О, вот эти обои хорошие. Но рисунок не тот. И эти с виньетками. Оборочки бы еще нарисовали. Вот. Эти вообще не обсуждаются. О, кажется, нашла. Рисунок хороший. Берем. Цвет не тот.
А чем вам цвет не нравится? Смотрите, качество итальянское, и на ощупь приятно. Качество сейчас у всех хорошее. А мне цвет нужен. Цвет. Вы куда-то торопитесь, Алексей Иванович? Да какая уже теперь разница? Мне нужна охра светлая. Что? А может, мята холодная? Алексей Иванович. Подвиньтесь же чуть-чуть. Некуда уже. Двиньтесь еще. Ну, пожалуйста, ну. Двиньтесь. Некуда уже. Следующая. Полный. Улица Народная. Не зря говорят. Хочешь опоздать, езжай на трамвае. Вон автобус, он тоже в нашу сторону едет. Пойдемте, успеем. Нет уж, подождемте здесь. Стойте Идем. Же. Алексей Иванович, с вами все в порядке? Знаете что, Валерия Петровна? Что? Не люблю я эти трамваи. Я люблю на трамваях ездить. Когда маленькая была, садилась в трамвай. Начиналось путешествие. Трамвай мне казался огромным кораблем. Сначала все прощаются. Потом корабль отплывает. И плывет по морю. Покачивается. За окнами огромный мир. Так много всего нового, интересного. И следующая остановка. Приходите ко мне на выставку. Приду. Сюда ставьте. Угу. Слуги ночи на добычу. Что непонятно, ты поймешь потом. Кто начал злом, тот и погрязнет в нем. Иди за мной. Привет, Лерка. Что-нибудь вкусненькое купила? В театре не нарепетировался. Но. Всем привет. Привет. Здрасте. Я, конечно, прошу прощения, что я ваши планы нарушила, но я всех предупреждаю, я здесь надолго. Не понял. То есть как это надолго? Надолго – это значит навсегда. Поля, что случилось? Все! Все, я от него ушла окончательно. Лер, а я как же? Вообще-то ты моя дочь, ты не забыл? Костя! У вас своя мама есть. Тапки. Угу. Мама! Где мое спальное место? Мне вставать рано. Я пойду. До свидания, Константин. Давай. Да, извините. Алексей Иванович. До свидания.
А мы думали, ты о нас забыла. А у меня для тебя есть прекрасная новость. Итальянцы хотят приобрести работы. Твои. Все работы. Но одно условие. Угу. Точнее, два. Первое. Не уступай в цене. Люди с деньгами, они купят. Второе условие. Не забывай про нас. Скромных служителей искусства. Certo, noi vogliamo acquistare le sue foto, anzi, vogliamo acquistare subito adesso tutta la sua esposizione, con il diritto al suo successivo utilizzo. Они готовы приобрести все ваши работы с правом дальнейшего использования. Ну да, конечно. Le va bene la somma? Вас устраивает эта сумма? Lei lo può convertire tranquillamente in contanti in qualsiasi banca. Sta Вы можете получить деньги без всяких проблем наличными в любом нашем банке. Ага. Господа, я считаю, что сделка состоялась. Шампанского! Чин-чин. Сташинская? Чин-чин. Лера! Костя! Ты думала, я забыл? Ура! Это что, настоящий итальянец? Костя! Держи цветы. Господа! Феличита! Алексей Иванович, что это такое? Добрый вечер, Валерия Петровна. Это чтобы удобно было. Что удобно? А обои клеить. Алексей Иванович, я сейчас быстро переоденусь и дальше продолжим вместе. Валерия Петровна! Все в порядке. Все нормально? Все хорошо. Так удачно получилось. Просто повезло. Я эти работы даже выставлять не хотела. А меня в последний момент уговорили. Представляете? Да, выставка красивая у вас получилась. Подождите, вы что, на выставке были? Да. А почему не подошли? Скажите, а вы в Париж не совсем уезжаете? Я фотопроект делаю о влюбленных. Правый край, поднимите выше. Да, хорошо. А как его поднять? Отклеивать? Выше, я прошу, нет, ну какой уже? Держите прямо. Посмотрите, вы плохо промазали. Я нормально промазал. Я говорю, что вы плохо промазали. А я говорю, я нормально промазал. Вы плохо промазали. Посмотрите, оно ничего не клеится. Что вы в самом деле? Суету разводите. Валерий Петров, поедете в свой Париж, там больше кого. Да какой Париж? Поздно уже, надо мусор нам вынести.
Ключей нет. У вас же были мои ключи. Где они? В коридоре на полке. Форточки вообще-то надо закрывать, Валерия Петровна. Когда обои клеите? Слушайте, так через форточку можно в квартиру влезть. Только не с моими габаритами. Так, все ясно. Слушайте, не могу. Не могу ногой достать. Да помогите же! Валерия Петровна, с вами все в порядке? Валерия Петровна, я не хотел, вы меня простите, вы просто... Поздно уже. Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи. О, Боже. Нет, милочка. Я не Боже. Я мама Кости. Где Костя? Не знаю. А что, собственно, случилось? Где мое колье? Броши, браслеты? Где все мои драгоценности? Он их вам подарил? Какое право вы имели их взять? Это мое, фамильное. Я ничего про ваши драгоценности не знаю и знать не хочу. Мне ваш Костя вообще никогда ничего не дарил. А куда же тогда он их дел? Спрашивайте у вашего Костя, а его здесь нет, просто нет. Ха-ха-ха! Его нигде нет! Нет его! Я не могу сама его найти! В театре мне все время говорят, его нет, нет. То вдруг он уже ушел, то еще не пришел. Одно и то же. Нет и нет. Про кошмар какой-то. Кошмар. О, Господи. А вдруг... С ним что-то случилось. Он должен быть в театре. У него премьера. Успокойтесь. Выпейте водички. Да, спасибо. Идите домой. Я сама во всем разберусь. Уважаемые коллеги, коллективом нашего театра подготовлен спектакль по пьесе Евгения Шварца «Голый король». Нет, спектакль мы сегодня обсуждать не будем. Назрела необходимость посмотреть костюм одного из героев данного спектакля. По инициативе, так сказать, высшего руководства мы сегодня и собрались. Уважаемые Владимир Андреевич, возможно, у вас есть что сказать. Борис Семенович, о чем тут говорить? Давайте смотреть. Костюм какого героя? Ну, возможно, что главного, голого короля. Но все-таки он в костюме или голый? Прошу, коллеги, будьте же ответственнее. Пожалуйста! Есть там кто-нибудь?
повернитесь боком. Он все-таки в костюме или голый? Коллеги, ну, давайте же мнение. Мне уйти? Потерпите. Степан Матвеевич, ты у нас главный по порнографии. Встань и скажи, порнография это или нет? По-моему, нет. В порнографии вот это выглядит по-другому. Давайте перейдем в кабинет директора и там продолжим обсуждение. Да, да. Пройдемте. Твоя мама была у меня сегодня утром. Она требовала назад свои драгоценности. А я проиграл их в карты. Ты обокрал свою родную мать? Да. Я вор. Что же ты тогда хочешь от меня услышать еще? Лера! Лерка, хоть ты не бросай меня. Лерка, ну ты же знаешь, что ты мой единственный друг. Ты себя любишь. Себя. Одного единственного. Здравствуйте, Валерия Петровна. Это Алексей Иванович, ваш сосед. Да, я вас слушаю. Валерия Петровна, у меня к вам есть предложение. Приходите ко мне сегодня на ужин. Посидим на прощание. Ужин при свечах, так сказать. Проводы, значит. Вы придете? Я приду. Вкусно. Мне нравится готовить. Я даже умею варить варенье из морожки. Знаете такую ягоду? Да, где-то на севере растет. Да. Я там полжизни провел. А почему там? Суровая природа, волевые люди. Если дают слово, то держат его. У меня там много друзей. Настоящих друзей. Значит, вы тоже искали смысл жизни. Уезжали куда-то. Уезжал, искал. А вы? А что я? Почему вы одна? Вы такая красивая женщина. Я не одна, у меня Полина есть. Я не об этом. По-настоящему вы одна. Так, так что-то у нас проводы грустные получились. Давайте выпьем. За Париж? За Эйфелеву башню. Да. Вашу Эйфелеву башню я разрушил. Ничего, будет повод увидеть новую, настоящую. За Париж. За Париж.
А у меня для вас сюрприз. Сейчас. Только не говорите, что вы умеете на ней играть. Буду. Марсельезу. Какой Париж без Марсельезы? Он уехал. Забрал все вещи, оставил записку и уехал. Был Барсик. И нет Барсика. Все. Может, вернется? Не вернется. Его АБ ищет. Мне звонили. Там какая-то нефть, какие-то удобрения, контракты безумные. Господи! Господи! Ну пошли ты мне мужика нормального, господи! Я же не прошу тебя снизить цены на бензин, морепродукты на обед, домик на Багамах. Ну простого, нормального мужика. Толстого, маленького, худого, лысого. Ты не можешь послать в конце-то концов, а? Что это? Это тебя услышали. И что? И в обморок упали. Лера, а как же я буду теперь? Без Барсика, а? А без тебя? Господи, сделай, пожалуйста, еще так, чтобы моя Лерка никуда не уезжала. Боженька, я тебя очень прошу, ни в какой Париж, пожалуйста. Все хорошо. Все хорошо. Собирайся, в банк пойдем. Я сейчас богатая. Ирка, я работы продала. Сейчас чек обналичим и так загуляем. А у меня же траур. Так мы сделаем поминки, а потом все равно загуляем. Только выбираем с тобой чур настоящих мужиков, у которых есть деньги обязательно. Понятно тебе? А не всякое барахло. Договорились? Договорились. Ты помни только это. Господи, ну не путево это. Ну вставай, судьба ждет. Идем. Судьба ждет. Пошли. Ну зачем это все выбрасывать, а? От мусора надо. Избавляться. Спасибо. Ну что, Ирка, мы богаты. Будем платить по счетам. Молодчина, Лерка! Добилась-таки своего. Ресторан самый дорогой. Самый дорогой. Самый лучший. Самый лучший коньяк. И много вкусного. Много коньяка, много. И коньяк. Подожди секундочку. Слушай, мы сегодня не на диете, да? Алло, Костя? Лерка, меня заперли в каком-то подвале. Карточный долг. Лер, я не знаю, в милицию обращаться бесполезно.
Я писал расписки, понимаешь, а за такие долги убивают. Лерка, я тебя прошу, пожалуйста, придумай что-нибудь, найди каких-нибудь денег. В 5 вечера они сказали, их нужно передать в супермаркете. Лера, у меня только на тебя одна надежда. Тебе позвонят. Ты что себе думаешь? А? Ты это прекрати! Я костьми лягу, чтобы ты этого и не сделала. А он выкрутится, Лер. Он еще будет победителем ходить, слышишь меня? А ты врагом ребенку своему станешь. Ты себе предателем станешь, Лер. Лерочка, родная моя, подумай, сколько ты усилий приложила для того, чтобы уехать в Париж. А Костя? Что он тебе хорошего сделал? Он же тобой пользуется. Ирка, а ты сама бы как поступила? Не бойся, все будет хорошо. Господи! Почему мы, бабы, такие несчастные, а? Алло? Мам, привет! Ну что, мы увидимся сегодня? Так ты заплатила или нет? Мам, мне квитанцию в деканат нести надо, и чем быстрее, тем лучше. Я тебя очень-очень люблю. Алло? Мы тебя видим. Веди себя и дальше благоразумно. Найди зайца, рекламного агента. Передашь ему деньги. Хорошо.
Костя? Алексей? Костя, так ты никакой не заложник! Не заложник? Да я всю жизнь заложник. У мамы, у театра, у этой проклятой рулетки. Презираете меня? А вы чем лучше? Вот ты, например, ты чего добиваешься? Ты думаешь, за меня тебе премию дадут? Или повысят по службе, а? А ты? Ты сидишь в своей скорлупе, словно черепаха. Ты же никого никогда не сделала счастливым и не сделаешь никогда! Ах ты, Гамлет, ушастый! Поделение его. Ну, осталось-то совсем ничего. Визу в посольстве заберете, и билет на самолет купить. Вы что, хотите, чтобы я поскорее уехала? Нет. А хотите, честно? Совсем не хочу. А что, так случилось что-нибудь? Случилось. Валерий Петровна, подождите. Я понимаю, что не так это должно быть. По-другому. И не место, и не время сейчас для этого. Если я этого не сделаю, то я буду полным дураком. Лера, ты... То есть, вы... Алексей Иванович, с вами все в порядке? Все в порядке. Не спускайтесь сюда, здесь скользко. Черт. Вернул. Подождите, я сейчас. Не надо! Зачем вы прыгнули сюда, в котлован? Вас спасать. Я никуда вас не пущу, Валерия Петровна. А я никуда не поеду.